давайте начинайте нас просто. Начинаем, да? Ну, если мы готовы, сейчас я... Готовы? Сейчас. Уважаемые слушатели, просьба тишину в зал. Вот. Мы продолжаем наш концерт в честь закрытия сезона. Ну, сезон закрывается в залах. Мы еще продолжаем. У нас, кстати, будет еще вот мероприятие в зале. 28-го будет еще заключительное открытое студийное сотрудничество на новом месте действия. Вот. Ну, будут еще акции. Кстати, вот зовут поиграть, я всем скажу участникам, для центра реабилитации для людей больных ДЦП. Там есть зал, в общем, благодарны слушатели. Вот через неделю нам планируется концерт. Желающие могут, но в будни только. Вот. Еще объявлю. То есть еще все будет продолжаться, я думаю, развиваться. Но вот здесь мы встретимся только в сентябре, если встретимся, то удастся. А сейчас на сцене у нас Богдан Лавриненко с группой «День радости». Вот с Богданом мы уже знакомы хорошо, поскольку у нас на студии сотворчества сольно выступал, так очень успешно же со многими познакомился, кто туда ходит. А с группой мы сегодня знакомимся впервые. И вот теперь слово группе «День радости». Спасибо. Добрый вечер, дорогие ребята и девчата. Добрый. Перед вами группа «День радости» в своем составе, как бы это назвать, 4/6, вот так. Вот. Наконец-то мы выбрались. Спасибо вам, что позвали акустику нашу, акустический состав. Вот. Всегда здесь приятно играть. Интересные музыканты, интересная публика, место замечательное. За это сразу отдельное спасибо всем. И начнем мы с веселой такой задорной песенки, которая называется «Планета хомяков». Споемте на бис. Но есть места на земле, где явно легче дышать. Все, ну-ка, парень, давай улыбнись. Коварный замысел зеленых и серых шалунов не больше, чем игра в домино. Один хомяк посоветовал держаться основ и с аппетитом накушал зерно. Один хомяк посоветовал держаться основ и с громким хрустом докушал зерно. Yeah.
бытия. Бытия, бытия, бытия. Может быть ты, а может быть я. Может я, может я, может я. Может быть проще, может сложней. Ему так нужно, но он собирает на зиму запас. И в этой самой связи довольно булькает грязи внутри канав, и с каждым из нас. И в этой самой связи достаточно булькает грязи внутри канав, и с каждым из нас. Здесь много слов про хомяков, но нет ни слова про слов. И уж простите, я совсем в развей. Ты выше стал на вершок, душить зачёчный мешок, наполнив светом, и стало теплей. Ты выше стал на вершок, душить зачёчный мешок, наполнив светом, и стало теплей. Прекрасной вселенной на руке бытия. Бытия, бытия, бытия. Может быть ты, а может быть я. Может быть проще, может сложней. Чудесной вселенной на планете людей. Которой мы с вами живем, это про нас. Следующая песня. Следующая песня называется «Сиро Машество». И малюсенькая предыстория, хочется рассказать, даже историю. Мы тут ездили на рок-фестиваль в Санкт-Петербург вот позавчера. И получилось так, что мы выступали в промежутках между, вернее, в промежутке между группами, которые играют dark metal, вот, или heavy metal, там очень было что-то очень жесткое, песни про смерть, там что-то такое, вот так вот все время было, вот. И когда мы вышли на сцену и сыграли пару песен, люди сначала не поняли, что происходит, хотя по лицам нашим видно, что мы, по-моему, не метал, вот, но они ожидали все-таки какой-то такой жесткий концерт. И вот люди втянулись вообще в нашу тему, когда прозвучала песня «Сиромашество». Как раз она такая, у нас самая жесткая в кавычках. Вот. А «Сиромашество», хочется немножко пояснить, слово «сиромаха», одно из самых распространенных толкований, говорит, что сиромахи — это такие бродячие полупаломники, полутрудники, которые ходят по святой горе Афон от монастыря к монастырю и трудятся там. Ну, в общем-то, живут, где попало на Афоне, и вот такие вот полубродяги, полутрудники. И вот родилась песня «Сиромашество». Все, болтать больше не буду, играем. Тоже.
счастья, в душе добродетели, поливайте цветы на окне. И будем ли вы сиромахами, смеялись ли вы, либо плакали, удостоены ли свыше знаками два пути в небесах и в огне. Песня про воду, «Улыбка воды» называется. Я ее тут играл один раз, но я был в одном экземпляре. Вот теперь нас много. Она немножко по-другому звучит, когда нас много. Сейчас попробуем. Свободу, пей воду, пей воду, умывайся в воде, как-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 
ответ скоро покажет, где лекарство от бед. Станет водой, и тебе будет легче погоду в сердце менять. Лей воду, лей воду, улыбайся в воде, делай погоду. Лей воду, улыбайся в воде. Чувствуй свободу, пей воду, пей воду, улыбайся в воде. Времени еще. Так долго считаешь, но мы еще пару песен споем. Считаю, смотри. О, 25 лучше, да. Пару. Мы постараемся. Да. В поле. Сегодня прозвучала песня в чистом поле, если не ошибаюсь. А у нас просто в поле. Поехали.
клубится. Слева лес, стеной высокой, справа гора, тьмой далекой. Ветер позади свистит, поле впереди горит. Веселую песню наблюдательская. Давайте.
Мы так обеспокоены комфортом задних мест. И в каждом дне так много ухищрения. Нам было бы неплохо покинуть свой насест, когда начнется светопредставление. Чего-то и нет. Я слышал, что во время чумы обязательно пир. Туда созван весь высший свет. Слегка не в себе. Мы сами построили стены нашей тюрьмы. И сидим на трубе. Космос наблюдает за тем. Космос наблюдает за тем. Космос наблюдает за тем, как начинаемся мы. Спасибо. Группа «День радости» с вами была в августе. Евгений Козырьков, Марина Манушенкова, Филипп. Меня зовут Богдан. Спасибо. Извините за расстроенную гитару. Можно отвечать? Да, можно. Можно. У нас премьера «Декармания Факела». Вот, «День радости». Богдан, ты у нас уже играл. Спасибо за выступление, за радости. Вот, сейчас у нас, время начинает, как всегда, постепенно заканчиваться. Сейчас у нас выступит Окса с акустической версией своих испанцев. Приглашаем уже на сцену, а договоримся, что еще Мария Фроловская пока ему там будет.